Советский государственный университет реализует программу дополнительного образования по проекту «Демография» уже третий год. Каждый год мы растем. Мы начинали с 4 программ, сейчас их 14. В работе запущено 5. В прошлом году обучили порядка 270 человек. Основная задача – сделать программу под заказ предприятия. Если у предприятия есть категории работников, которые необходимо либо переобучить, либо куда-то переориентировать. Я мама в декрете. В свободное время листала группу ВКонтакте, сайт ЧГУ, увидела, что проходят курсы на техносферную безопасность. Подала заявку, так как нам на завод требуются такие специалисты. Учимся мы очно-заочно, то есть теорию мы проходим самостоятельно, а практику мы приезжаем сюда, отрабатываем ее здесь. На программу «Техносферная безопасность» мы принимаем всех желающих развиваться по этому направлению, имеющих среднее специальное, либо высшее образование, либо получающих такого образования. Обучаются слушатели на программе от 2,5 до 4 месяцев и получают не только теоретические, но и практические знания. По результатам обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке и весь необходимый пакет документов для начала работы в сфере охраны труда и пожарной профилактики. 95% всех выпускников трудоустраиваются по специальности в течение первых нескольких месяцев после получения диплома. А некоторые слушатели устраиваются на работу еще до получения диплома. В рамках национального проекта «Демография» уже третий год в Вологодской области происходит обучение различных категорий граждан за счет федеральных средств. Реализуют данный проект через региональные учебные заведения, которые представлены на территории Вологодской области. Большой перечень программ предоставляет Череповецкий государственный университет.